Так-так. Кто это у нас очухался тут? Где я? Кто я? Когда я? Почему каждый начинает с этих вопросов? В общем так, на все вопросы тебе ответят те, кому это положено. Моя задача понять, в порядке ли ты или нет. И что с тобой делать дальше? Поэтому давай-ка ты сначала сходи к полосе препятствий. Надо проверить координацию движений и вообще, все ли у тебя нормально восстановилось. Смотрите, у нас новенькие. Ну, раз он прислал, то значит проверим. В конце полосы препятствий находится мой товарищ. Ну так вот, доберись до него. Прыгай. Приседай как хочешь, только доберись. Ты в порядке? Да нет, это нормально в твоем случае. Похоже, что ты в порядке. Но у нас осталась еще одна вещь. Надо проверить твои стрелковые навыки. Сходи на стрельбище. Привет. Прежде чем покинуть это место, тебе нужно проверить свои стрелковые навыки. Вот, держи этот пистолет и постреляй по мишеням. Только помни, ты не можешь взять это оружие с собой.
потому что оно мне еще нужно для тренировки. Здорово, боец. Рад, что ты очухался. Оно и видно. Выглядишь ты, конечно, паршиво. Тебе крепко досталось. Когда тебя сюда привезли пару недель назад, мы думали, что ты уже не выкарабкаешься. Я не знаю, что с тобой приключилось. Но Михалыч тебе может рассказать больше. Это его... Ага, это наш командир. Ты его в городе сможешь найти. Да. Не повезло. Ну, не волнуйся. Все будет хорошо. Ну давай, удачи тебе. И поторопись, а то мой боец... Здорово! Мне о тебе начальник лагеря сообщил.
Привет, как самочувствие? Я смотрю, тебя не отпустило после контузии. Совсем память отшибла? Ты же со своими друзьями у нас в городе пару дней назад ошивался. Работу, да, солнечный, последний оплот цивилизации в пустошах. С тобой было двое парней. Одного вы Маринадом звали, другого то ли Костя, то ли Андрей. Насколько я знаю, вы с нашими старателями подряжались в шахты ходить. Охрану вы из себя изображали. Не то, чтоб наши чего-то боялись, сами кому угодно клешни завернут, но лишний ствол. А что было? Веселье было. Опять залетные бандиты на наших ребят у шахты напасть пытались. Но не вышло. ГБР из города быстро среагировало. Зашли с тыла. С того момента в городе они не появлялись. То ли погибли, то ли удрали. Мы тебя нашли без памяти. Шишка знатная на затылке была. Ну, насчет друзей и прочего, сходи-ка ты к графику. Он нас тот...
Oh,
кошелек или жизнь? Ха-ха! Я мистер Ядер-тыква. Принеси мне подарочные карточки в обмен на ужасный подарок. Счастливого Хэллоуина и береги свою... Здорово, боец. Покажи мне одну услугу. Удачи тебе. Ну, здорово тебе. Как там наш кочегар? Вернул инструменты?
Ну, здорово тебе. Как там наш кочегар? Вернул инструменты? Беспорядок. Ну, хоть инструмент вернул. Hey!
Он в лесу пару подранков. Может, закатовцы, может, просто бандиты залетные, кто знает. Но в помощи не отказал.